Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забывайте подписываться на наш канал, делиться нашими видео и получать уведомления о новых видео. На моем канале вы найдете все, что ищете об известных турках. У нас есть хорошие новости о Джани Ямане, который сделал себе имя благодаря сериалам, в которых он снялся, и рекламным роликам, которые он снял. Специальные изделия Канамрн, разработанные Костромфунка Поп, поступили в продажу. Эй, смотри, они очень милые. Я везде вижу маленьких Кан Яманов. Некоторые фанаты находят маленького Джана Яманса милым, а другие просто бесподобны. Некоторые даже находят это пугающим. А чем ты думаешь? Однажды весь мир узнает имя Джана Ямана, талантливого молодого актера, прекрасного человека и ангельского сердца. Мы не слышали новостей от нашего красивого актера Джана Ямана несколько дней. Вероятно, он был сосредоточен на съемочной площадке. Обычно он выходил по выходным и делал это. Но я не смог сохранить отснятый материал в прошлые выходные. Мы обеспокоены. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забывайте подписываться на наш канал, делиться нашими видео и получать уведомления о новых видео. На моем канале вы найдете все, что ищете об известных турках. У нас есть хорошие новости о Джане Ямане, который сделал себе имя благодаря сериалам, в которых он снялся, и рекламным роликам, которые он снял. Специальные изделия Канамрн, разработанные Костромфунка Поп, поступили в продажу. Эй, смотри, они очень милые. Я везде вижу маленьких Кан Яманов. Некоторые фанаты находят маленького Джана Яманса милым, а другие просто бесподобны. Некоторые даже находят это пугающим. А чем ты думаешь? Однажды весь мир узнает имя Джана Ямана, талантливого молодого актера, прекрасного человека и ангельского сердца. Мы не слышали новостей от нашего красивого актера Джана Ямана несколько дней. Вероятно, он был сосредоточен на съемочной площадке. Обычно он выходил по выходным и делал это. Но я не смог сохранить отснятый материал в прошлые выходные. Мы обеспокоены. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.